Благоустройство территории, работа коммунальных служб и органов безопасности. Жители Пушкинского задали свои вопросы и получили обратную связь в рамках работы мобильной приемной прокурора Московской области. На встрече присутствовали заместитель прокурора региона Сергей Ракитянский, глава округа Максим Красноцветов и исполняющий обязанности Пушкинского городского прокурора Нурлан Сарипов. Наши дети не только успешно тренируются, но и выступают на муниципальных областных соревнованиях, занимают первые места. До сих пор тренируются на скоречном поле. Мы очень долго ждем, уже несколько лет, реконструкцию этого поля. Но до сих пор работы ремонтно-строительные не проводятся. Поле, оно будет реконструировано, будет выполнен подогрев и будут построены трибуны. Пока вот только вот так. То есть тот проект, который был изначально предусматривался с реконструкцией самого ФОКа, на это как бы сейчас денег нет, но реконструкция поля, она будет выполнена вот сейчас. Данный формат общения с государственными органами пользуется популярностью, так как позволяет и решить проблему, и получить информацию от первых лиц. Например, сегодня представители надзорного ведомства получили 15 обращений от жителей округа. Я уверен, что все вопросы будут разрешены в установленные сроки. Для меня важно не просто принять и выслушать граждан того или иного городского округа, но и добиться реального устранения нарушений, если таковые имеются. В ходе приема детально разобрали все вопросы, заявителям дали подробные разъяснения, а все просьбы глава Пушкинского и представители прокуратуры взяли под личный контроль. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.